Во втором отделении концерта прозвучит моноопера по мотивам романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго» «Последним целованием». Автор музыки, заслуженный деятель искусств России, профессор Московской государственной консерватории, композитор Леонид Бобылев. И сейчас ему слово. Добрый вечер. Все ли знают, что Федор Иванович Шаляпин мечтал спеть соло Бориса Годунова, целиком оперу? А в молодые годы моей педагогической деятельности один студент как-то мне сказал: как бы хорошо написать Евгения Онегина от лица Татьяны. И вот эти мысли как-то долго бродили во мне, и получилась моноопера «Последним целованием», написанная от лица Лары Гишар, главной женской героини великого романа, великого писателя и поэта XX века Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Сначала я написал маленькую, такую, буквально пятиминутную пьеску, которая была посвящена прощаниям Ларисы Гишар с Юрием Живаго. Ее спели, она пошла по репертуару, а потом я вдруг понял, что надо продолжить это, что этого мало. И тут, на мою удачу, я познакомился с Еленой Дмитрию Васильевой, которая сразу же потрясла меня своим вокальным мастерством и умением расправляться с трудностями, заложенными композитором в вокальной музыке. Она была первой исполнительницей этой оперы. И до сих пор я считаю, что это лучшая исполнительница, на мой вкус, как автора. И то, что она воспринимает, то, что она прочувствует как женщина в этой опере, потому что это опера женская исключительно, мне доставляет огромное удовольствие, потому что сила ее вокального дарования чрезвычайно. Я желаю вам ощутить то, что ощущаю я при слушании этой музыки. А Елене Георгиевне я желаю огромных успехов в вокальном творчестве. Слушаем, уважаемые господа. Заслуженная артистка России Елена Дмитриу Васильева, Государственный оркестр радио и телевидения России.
дирижер, заслуженный артист России, профессор Борис Ворон.
остался жив тут, кого следовало убить, на кого покушалась, но промахнулась. Чужое, ненужное, ничтожество, превратившее мою жизнь. Цепь не со мной, невиданных преступлений. И это чудище заурядности мотается побитый стим за каблуком ноги известным одним собирателям почтовых марок. Страшная черта.
Жив тот, кого следовало убить. Thank you.
никогда еще в моей жизни не было их помине. Thank you.
этот скачок. Из безмятежной единой зарты вести крупный вопли, любовь, безумие. Каждое дневное смертоубийства. И тут он совершил роковую, все прегрешившую ошибку. Он пошел на войну. Субтитры сделал DimaTorzok.
чисто. Кость поперек дорожки, ткнувшись головой в сугроб, лежал застрелившийся Павел. Мелкие капли крови катались со снегом красные шарики. Oh,
Yeah.
заключении нашего замечательного вечера мы хотим предоставить слово легендарному человеку, герою Советского Союза, летчику-космонавту Румынии, почетному гражданину Румынии, чрезвычайному и полномочному послу Румынии в России Дунарю Дорин Рунарю. Уважаемая Елена Дмитриевна Васильевна, от всей души мы поздравляем вас за этот замечательный концерт. Полностью присоединяемся к тому, что было сказано о вашем таланте, о вашем образовании, о вашем изумительном, ясном голосе. Мы всегда будем рядом с вами, всегда будем вас оценить на высоком, самом высоком уровне, и всегда будем вас любить. Вас много связано с Румынией, вы там родились, вы там выросли до определенного возраста, много гастролируете в Румынию и исполняете много румынских композиторов. Рядом с вами разрешите поздравить также всех артистов, которые участвовали в совершении этого вечера на этом высоком уровне. Спасибо еще раз. И для всех, кто не знает, маленький секрет, можно? Случайно мы родились в тот же день и в тот же месяц. Вот и закончился творческий вечер заслуженной артистки России Елены Дмитриевны Васильевой. В нем принимали участие Государственный оркестр радио и телевидения России, художественный руководитель и главный дирижер, народный артист России Сергей Политиков, камерный хор «Синтез Капелла», художественный руководитель, заслуженная артистка России, композитор Гильсят Шайдулова. Хормейстеры, заслуженный артист России Вячеслав Симонов и Олег Ситников. Лауреат международных конкурсов, пианистка Екатерина Саранцева. Дирижер, заслуженный артист России, профессор Борис Ворон. Продюсер концерта Тамара Малыхина. Редакторы, заслуженный работник культуры России Диана Кириселидзе. Алексей Автандилов вела концерт Ирина Илларионова. Дорогие друзья, мы благодарим всех участников концерта и вас, дорогие друзья, за ваш теплый и радушный прием. А певице Елене Георгиевне Дмитрию Васильевой пожелаем больших физических и творческих сил, хорошего настроения и новых вдохновений и открытий в ее нелегком и таком увлекательном труде, который дарит счастье и любовь ко всему миру и ко всем людям. Счастья вам!